Уважаемые коллеги, дорогие друзья, проводим 13-й Всероссийский студенческий форум «Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к практике», посвященный памяти Алексея Вячеславовича Гераськина. Этот форум по уже такой традиции мы проводим вместе с нашими друзьями, с компанией «Карл Шторц». Каждую осень мы собираемся здесь, в этом зале, для того, чтобы собрать студентов со всей нашей страны, студентов медицинских вузов, которые соревнуются в практике, в умении, навыкам эндоскопической хирургии. Студенты выполняют непростые, сложные задачи, упражнения, которыми они готовились в буквальном смысле весь этот год. Ежегодно мы отмечаем рост их возможностей, рост их умений. Безусловно, это большая отрада для нас, и поэтому мы обязательно этот форум продолжаем и стараемся как можно шире охватить всех студентов со всех вузов медицинских нашей страны. Мы безмерно благодарны компании «Карл Шторц», которые содействуют во всем для того, чтобы провести этот праздник детской хирургии и для того, чтобы мы могли с вами передать нашему будущему поколению все, что накоплено на настоящее время по эндоскопической хирургии. Те возможности, которые «Карл Шторц» предоставляет, а именно то оборудование, вот вы если видите за моей спиной, эти шикарные мониторы, эти аппараты, эти инструменты, которыми работают наша молодежь, делает этот конкурс максимально приближенным к условиям настоящей операционной. На сегодняшний день, 22 октября 2024 года, мы вновь вузы Российской Федерации здесь, в учебном центре «Карл Шторц», на замечательном, уже традиционном эндофоруме студентов, посвященном памяти наших аксакалов. Но, наверное, самые важные моменты этого – то, что у нас есть возможность быть именно в этом учебном центре. На самом деле история уже эндофорума достаточно большая, и учебный центр предоставил более широкие возможности. И если начинался эндофорум с 10 команд, то на сегодняшний день это 43 команды. Это уже очень много. Ну и, наверное, отдельная благодарность Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету, кафедре детской хирургии, которая продолжает организовывать этот конкурс. Представляете, как готовятся студенты к нему? Да, они настроены, да, они хотят все-таки поехать сюда. Идет выбор среди них. И мы на сегодняшний день видим хорошую, отработанную работу студентов. Да, есть и недочеты, но никто не родился хирургом, а хирургами становятся, поэтому это их как раз опыт. И пусть они помнят, что они были именно в учебном центре «Карл Шторца». Всем побед!